празднику всегда враг старается сделать неприятность, скорбь. Кому удар, кому щелчок, всем старается что-нибудь преподнести для праздника. И чем живешь внимательнее к себе, строже, тем более и сильнее вооружается враг. И в особенности к празднику чем-нибудь да угостит. Преподобный Варсонофий Оптинский. Бескрайние необходимости в праздничные дни нельзя работать. Праздником надо дорожить и чтить его. Этот день надо посвящать Богу, быть в храме, дома молиться и читать Священное Писание и творение святых отцов, делать добрые дела. Преподобный Никон Оптинский. Праздники проводи не в винопитиях, но в обновлении ума и душевной чистоте. Наполняешь чрево яствами и винопитиями, прогневишь паче того, кому посвящается празднество. Святитель Феодор Эдесский.